Да вроде ничего не менялось. На крыше факторки есть тип. 540 метров. Стоит на крыше. Убит. Крышу убил. Вторая на амбаре, что на севере. Противник снайпер с глушителем. Прием. Который в поле стоит? Нам передают, перед нами на ангаре, на белых поленьях, снайпер вражеский. Услышал, Вит? Меня в рацию слышно? Да. Да, я услышал. Вижу, вижу Вита, он перед нами. Видишь, лег. Шайтан, он также на поленьях лежит. Убрал его. Убил, убил, убил. Если там нет, никто не смотрит в окна, двигайся ко мне. На юго-запад иди. Там будет полоса деревьев, которая идет к городу, как раз тоненькая такая. Ты живой? Мохнатый 200, скеллик. Я беру на себя две группы и иду штурмовать про... Идёшь, Вит? Да-да-да, я вижу своих. В касках свои же? Ну да. И получается, на кромке это же в поле, которого мы шли. Только дальше, ну, ближе к городу. Так, я в 200 метрах от этих промок контролирую. 62-я, скеллик на связи. Да, привет. Заняли двухэтажку, сейчас поставлю метку. Прямо между двумя промками. Понял. Метка Легион, это актуальная метка на нас. А, вижу противника, вид.
На этой промке есть желтое здание с красной крышей. Там два противника на втором этаже. Шайтан принял. Шайтан, северная промка, свои. Принято. А у меня у одного было вот это вот уведомление про рестарт, я что-то не понял. Промку с запада зашло трое противников на территорию промки. Понял. Кто запрашивает? Буран 28. Говори. Снайпера вон на связи? Да. Посмотрите самое западное здание завода. Этажное. Там два здания. Жилое и как факторка. Сейчас сел за угол, за углом. Да, вот я сижу. Где потерялся, блин? В поле. В смысле, я тебе по КВшке кричу, ты молчишь.
А я уже 300 был, меня закапешили. Поле прям. А, ну ты хоть не туда куда-то пошел, раз тебя закапешили. Я за тобой был в поле. Я бегал туда-сюда. Главное, не торопись, аккуратненько садись, никуда не торопимся. Пожалуйста. Не, ну, в принципе, сдал. Я немного не это имел в виду. Блять, это лучшее, что могли, блять, придумать. Причем, ладно, если бы где-то там, ну, там что-то неправильно посадка пошла, или там где-то... Ну, мы на взлете, блядь, взорвались. Бля. Хлеб, нам, походу, только что что-то приснилось нехорошее. Опытный пилот будет. Это был сон, походу, только что. Пацаны, это определенно был сон, не верьте. Эй, если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.